В Бендерах задержали молодого человека, который хотел пронести из Молдовы в Приднестровье наркотики. Он пытался пешком обойти погранично-таможенный пост, спрятав под курткой почти полкилограмма марихуаны. Почему вы перемещаетесь из таможенного поста, Каушан? Нет денег, поэтому идете пешком, поэтому не проходите через таможенный пункт пропуска. Что это такое у тебя? Трава. Что значит трава? Марихуана? Не знаю. Не знаешь? Конопля, да? Измельченная масса. Желто-зеленого цвета. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по данному факту был задержан гражданин, у которого при личном досмотре были обнаружены наркотические вещества, расположенные в двух полиэтиленовых пакетах, которые были направлены в ВКЦ МВД ПМР. Согласно справке эксперта, данное наркотическое вещество является марихуаной. Нарушителя доставили в бендерскую таможню. Он не стал скрывать ни своих намерений, ни факт многолетнего употребления наркотиков. Почему вы через пост не прошли, а прошли через поля? Да потому что это палево в кармане. То есть вы заблаговременно уже знали, что вы несете, знали, что это уголовно наказуемое деяние, да? Конечно, а что? Это что, помидоры? Понятно. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков. Он находится под арестом. Следствию еще предстоит установить, хотел ли он продавать марихуану. Таможенные органы Приднестровья впредь намерены вести активную борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Это одно из самых опасных видов преступлений, ставящих под удар прежде всего нашу молодежь. Поэтому ГТК ПМР призывает граждан содействовать в раскрытии таких преступлений.